Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие, или как бы лучше сказать... Операция. На этой комедии выросло не одно поколение, причем не только советское. Цитаты знаменитой троицы Труса, Балбеса и Бывалова навсегда ушли в народ. Налетай, торопись, покупай, живопись. Робкий интеллигент Шурик и хорошая девочка Лида воплотили в себе советское студенчество. Уже завтра, 16 августа, исполнится ровно 57 лет, как легендарная комедия Леонида Гайдая объединяет семьи у телевизоров и входит в синематику самых смешных лент столетия. Операция «Ы» и другие приключения Шурика. Появившись на экранах летним вечером 1965 года, фильм буквально побил все рекорды. Ну, во-первых, легкая история из трех новелл стала лидером советского проката. Тогда операцию посмотрело почти 70 миллионов зрителей. А так сначала, как водится, было не все так уж радужно. Ведь комедия изначально должна была состоять из двух новелл, а главным героем стать некий неудачливый интеллигент-очкарик Владик Корьков. Но худсовет сценарий велел переделать, а имя героя заменить. Мол, Владик, то есть Владлен, а здесь прямой отсыл к вождю пролетариата Владимиру Ленину. А так дело не пойдет. И вот фильм, первоначальное название которого было несерьезной истории. Изменился, появилась третья часть, а центрального персонажа стали звать Шуриком. Волосы ему осветлили для пущей легкости образа. Кстати, актера на роль Шурика тоже выбрали не сразу. Руководство настаивало на Валерии Носике. А вот сам Леонид Гайдай, который Шурика писал себя, видел совсем иного человека. Он пересмотрел более 100 кандидатов. И на ум пришел недавний партнер по фильму «Ветер» Александр Демьяненко. И тут все сошлось. Правда, Носик тоже увековечил свое имя в гайдаевской комедии. Его эпизодическая роль суеверного студента-картежника запомнила зрителю навсегда. Еще. Бери. Себе. Что значит себе? Несмотря на то, что время все расставило по своим местам, в 60-х комедию худсовет отнесся осудительно. Мол, не может советская студентка вот так практически голышом расхаживать по советскому экрану. Как это студент, очкарик и бабка Божий одуванчик преступников повязали? А что советская милиция? Да и мышь в кадре зрелище отвратительное. А мышь это, между прочим, актриса. И обморок она здесь сыграла. Операцию «Ы» снимали почти целый год, потому как погода тоже вставляла палки в колеса. За московским солнцем ездили в Баку, за столичным снегом в Ленинград. Но там зима устраивала сюрпризы, и оттого все в этой знаменитой сцене искусственное, где вата, ну а где мелкая бумага. А в этих кадрах никогда не скажешь, что на календаре октябрь. Актеры играют знойное лето. Между прочим, именно с этой ленты началось плодотворное сотрудничество режиссера Леонида Гайдая и композитора Александра Зацепина. Молодой автор кропотливо работал не только над песнями, но и над каждым звуком. Например, специально для этого эпизода купил какой-то старинный колокол. Кстати, почему картина называется «Операция «Ы»» уже никто точно и не помнит. Однако это уже совсем другая история.